Физкульт, привет, друзья и ученики! Сегодня ответ на вопрос, который приходит чаще всего. Отсутствие прогресса. С чем это связано, что нужно поменять, от чего отталкиваться? Как раз таки нужно смотреть, от чего отталкиваться. Большинство из нас неправильно ставят ориентиры именно от чего нужно строить свои тренировки. Большинство думает, что если нет прогресса в наборе мышечной массы, либо в жиросжигании, то неправильно составлены тренировки и думают, что не хватает именно в плане объема тренинга. Пытаются как-то больше тренироваться. Я тоже был таким же, когда начинал свои тренировки, тоже думал, что у меня нет роста из-за того, что я мало тренируюсь, тренировался еще больше и больше. В итоге загонял себя в такое состояние, что просто не мог ни ходить, ни то что тренироваться. Называется это состояние перетренированность. И если вы думаете, что это в первую очередь связано с вашими мышцами, то вы ошибаетесь. Быстрее всего угнетается центральная нервная система. Связочный аппарат. Но с чем это все связано и от чего нужно отталкиваться? В первую очередь отталкиваться нужно даже не от питания, а от восстановления. Что такое восстановление? Когда у нас происходят все процессы. Процессы жиросжигания, процессы мышечного роста. Не во время тренировки. И я думаю, что большинство зрителей моего канала уже знают об этом. Ибо они грамотные люди, смотрят не только мои видео, но изучают еще любую доступную информацию в интернете. Доступную и правильную. Пропускают ее через себя. То есть вы занимаетесь самообразованием. Самообразование самое главное. Ни одна система образования в мире сейчас не создана для того, чтобы мы с вами становились умнее. Нет. Любая система, начиная с садика, школы, института и заканчивая любой структурой на работе, ведет только к одному. К тому, чтобы мы с вами были идеальными роботами, без мозгов. Не думали логически, просто имели набор каких-либо клише и жили в постоянном рабстве. Я всегда был против этого. И начиная с садика у меня уже были проблемы с взрослыми, со многими людьми, с учителями тем более. Ко мне никогда не относились ровно, меня либо любили, либо ненавидели. Ну, такова моя внутренняя среда, и я ничего не могу с собой поделать. Для меня самое главное – это ощущение внутренней свободы. Я не могу быть загнанным в рамки, я не хочу быть стадом. К этому я призываю и всех вас. Для этого и необходимо самообразование. Только когда вы осознаете, что вам интересно в этой жизни, к чему вы стремитесь, только тогда вы можете хотя бы приблизиться к той жизни, которой вы хотите. Хотя в рамках этого шарика, в принципе, абсолютной свободы быть не может. Но стремиться к этому нужно. Для чего я это все вам говорю? Для того, чтобы вы включали мозги не только в тренировочный процесс, но и в вашу жизнь. Потому что от этого зависит прогресс. Если вы не высыпаетесь, то ни о каком прогрессе быть не может. И если не высыпаясь вы при этом еще больше начинаете тренироваться, то вы только вредите себе. Регресс будет страшный. Вы можете терять мышечную массу, вы можете только набирать жировую. Поэтому первое, что нужно сделать, если у вас отсутствует прогресс, это обратить свой взор на ваше восстановление, на ночной сон. Да, ночной сон – самое важное в нашей жизни. Во время ночного сна происходят все процессы жиросжигания и набора мышечной массы. А вот теперь мы плавно переходим и к питанию. Я дам ссылки на статьи к описанию видео. Изучите их внимательно, и вы поймете, как питание влияет на то, набираем мы с вами мышечную массу или сжигаем жиры. Достаточно поесть на ночь, неважно чего,
Вот достаточно поесть и лечь спать, чтобы напрочь остановить процессы жиросжигания. О росте мышечной массы тоже можно не говорить. Гормон роста выбрасывается после засыпания. Первые 2 часа набирает свой пик. Если вы поели на ночь и легли спать, гормон роста не выбрасывается. Все процессы, которые нам с вами нужны, просто не происходят. Так вот, восстановление, ночной сон. Если у вас есть возможность, хотя бы 15 минут днем нужно лечь, и даже если не поспать, то просто отключиться. Медитируйте, аутотренинг, неважно. Просто закройте глаза, лежите, ни о чем не думайте. Или думайте о прекрасном, как вы лежите на пляже где-нибудь в тропическом острове. Но нужно расслабляться. Центральная нервная система – это наше с вами все. Центральная нервная система дает сигналы нашим с вами мышцам на сокращение. Центральная нервная система отвечает за все. И если вы переутомляете свою центральную нервную систему, то не будет никакого прогресса. Причем не только в тренировках. Вы будете испытывать постоянный стресс и в жизни. А все стрессы в жизни негативно влияют на нашем с вами здоровье. Естественно, и на тренинги тоже. Учитесь жить как бы в кино. Вы должны понимать, что все, что происходит, серьезно, относиться к этому серьезно, но как бы со стороны, как бы играя роль, тогда ваш организм, центральная нервная система, не будет так сильно испытывать стрессы. И научитесь относиться положительно ко всему в жизни. Если вас кто-то подрезал на дороге, оставьте весь негатив ему. Улыбнитесь в спину этому придурку. И точно так же нужно относиться ко всему. Тогда ваша жизнь кардинально поменяется. И вы удивитесь, насколько поменяются ваши тренировки. Запомнили, да? Восстановление и потом уже питание регулируют наши с вами тренировки. А не как думают многие, что тренируясь, а потом подстраивая под себя питание и восстановление. К сожалению, это путь в никуда, это путь к регрессу. Только правильно построив свой режим дня, вы сможете грамотно тренироваться и прогрессировать. Не забывайте, что то, что вам говорят о типах мышечного строения и зависимости каких-либо тренировочных программ от этого, это полная чушь. Всем нам нужно приседать, всем нам нужно делать становые тяги, подтягиваться, отжиматься от брусьев. Делая только 4 эти упражнения, мы с вами можем достигать прогресса как в построении мышечной массы, точно так же в избавлении от жировых запасов. А вот такие типы строения человека, хотя на самом деле это психотипы, если кто не знает, это придумал психолог. Психотипы влияют именно на наше питание. Мы должны смотреть, как мы выглядим, и строить от этого план питания. Хотим мы набирать одно питание, хотим мы избавляться от жира, другой подход к питанию. Но подход к тренингу всегда одинаковый. Мы всегда должны тяжело пахать. И если кто-то думает, что 15-20 повторений это на рельеф, а все остальное на массу и на силу, то человек просто заблуждается. И если ваш тренер говорит вам, что подобным образом вы сможете изменить себя, это чушь. Изменить себя можно только при помощи грамотного питания. А все процессы в нашем организме, у всех нас, все равно протекают одинаково. Мы с вами биологические, биохимические машины, процессы которых схожи. Именно поэтому существуют такие понятия, как медицина. Именно поэтому всем нам нужны одинаковые таблетки от боли, от других проблем, либо для чего, либо еще. Неважно. Думайте всегда, ребята, о том, что вам навязывают. Никогда не совмещайте кардиотренинг с силовыми тренировками в один день. Это прямой путь к регрессу. Опять-таки, это касается натуралов. Химики могут себе позволить такую роскошь,
Но опять-таки, только если сидят на жесткой массе, едят очень много и им нужно пережигать лишние калории. Напомню, классическое кардио, монотонное кардио, убивает иммунную систему, крайне негативно сказывается на центральной нервной системе. И, помимо всего, у натурала пережигает в первую очередь мышечную массу. Почему? Потому что все вы прекрасно знаете, что излишняя мышечная масса для организма вред, не нужна. Это ненужный балласт. И в этом вся сложность культуризма бодибилдинга. Нужно обманывать наш организм постоянно. Хорошим восстановлением, грамотным питанием и очень грамотным подходом к тренингу. И для мальчишек, и для девчонок на начальном этапе у меня есть программы тренинга. Когда вы достигнете определенных силовых результатов, вам нужно переходить на периодизацию. И неважно, верите вы в быстрые медленные мышечные волокна, или если делить их по другому типу, окислительные, гликолитические и промежуточные. Верите вы в них, не верите, неважно. Периодизация нужна. И периодизация в тренинге очень важна. В первую очередь, для чего? Правильно, для того, чтобы центральная нервная система получала отдых. Если вы будете монотонно тренироваться изо дня в день по одной и той же линейной программе, вы загоните себя в жесткую перетренированность. Это все равно, что классическое кардио с точки зрения отношения именно к организму. Понимаете, монотонная работа убьет центральную нервную систему, начнет падать иммунитет. Все процессы начнут замедляться, и все то, к чему мы стремимся, наоборот, будет от нас отодвигаться. Опять-таки призываю вас, думайте головой, саморазвивайтесь, не впадайте в мифы, которые нам навязывают клише во всем мире. Если вы видите на хлопьях написано «фитнес», то это, наоборот, во вред вам. Почему? Потому что производители, делая такие хлопья, подразумевают, что вы спортсмен, что вы занимаетесь этим самым фитнесом, и вам нужно больше тратить калорий. И калорий, кстати, в быстрых углеводах, в таких продуктах будет гораздо больше. Вообще, хлопья – это самый плохой продукт на завтрак. И никогда не давайте его своим детям отдельно. Если вы даете детям, к примеру, кашу, что-то еще белковое, можно дать еще немножечко хлопьев с молоком. Но только, ни в коем случае, не как отдельное блюдо. Иначе ваши дети будут похожи на американских детей. А их дети тем более. Итак, ребята, давайте закончим выводами. Никогда, ни при каких условиях, если вы недовосстанавливаетесь, если вы чувствуете, что вы не выспались, не идите на тренировку, не стройте свои тренировки, не смотря ни на что. Наоборот, смотрите на ваши возможности в питании, в восстановлении, сколько вы спите. Если у вас возможность спать днем, тогда можно тренироваться более интенсивно. Если вы будете плевать на все, тренироваться интенсивно, при этом плохо спать ночью, совершенно не смотреть на свое питание, вы будете только себе вредить. И если на подростковом периоде организм вам будет это прощать за счет того, что пик гормонов просто зашкаливает, то к более зрелому возрасту вы почувствуете все прелести от того, что вы насиловали сами себя. Друзья, спите, смотрите, что вы кушаете, когда вы кушаете. От этого стройте свои тренировки. Все ваши тренировки должны носить периодизационный характер. Периодизация должна быть на каждой новой тренировке на одну и ту же группу мышц. Самая глупая периодизация, но она все равно лучше, чем линейный тренинг, это когда вы делаете месяц одной, отдаете предпочтение, к примеру, рельефу, месяц силе, месяц массе. Нет. Каждая новая тренировка носит новый характер. И не забывайте, что тренировка выносливости – это не тренировка сердца. Бег не дает вам выносливости. Нужно правильно и грамотно тренировать определенные мышечные волокна, чтобы в них появлялись митохондрии.
тогда и выносливость будет повышаться. Кому интересно, найдите видео мое о выносливости. 2 месяца потренируйтесь по этой программе, и вы будете в шоке, насколько повысится ваша выносливость. При грамотном подходе любой человек за 2 месяца может вывести себя на пик максимальной выносливости. Набираете вы массу или сжигаете жиры, зависит не от того, как вы тренируетесь, а от того, как вы питаетесь. А вот происходят ли эти процессы, даже если вы правильно тренируетесь, грамотно питаетесь, во время ночного сна. Если вы не довосстанавливаетесь, не досыпаете, постепенно-постепенно накапливается общая усталость, накапливается утомление центральной нервной системы, происходит переутомление центральной нервной системы, и все наши с вами процессы останавливаются, а возможно и поворачиваются вспять. Будьте здоровы, думайте своей головой, увидимся в тренажерном зале. Всем пока!